Привет, друзья! Привет! Мы приехали на съемку. Сегодня будем снимать в ЖК Hill 8. Вот. Я пишу звук, Влада пишет видео. Как обычно. Мы сегодня снимаем нескольких людей, в том числе известного американского дизайнера. Будем снимать кадры бэкстейджа. Важно, чтобы пространство это было не скучное, однотонное, а чтобы в нем был дух оптимизма. Этот дух оптимизма можно внести за счет ярких элементов и цветовых акцентов. То есть мы как бы, да, такие stealth mode у нас сегодня. Вот. Я сегодня работаю с радио микрофоном, то есть радиосистемой. Петличный микрофон, рекордер Zoom F6. Записываю в 32 битах. Теперь, а я сегодня скажи... записываю на Sony Alpha 7 R3, впрочем, как и обычно. И я сегодня также взяла стабилизатор, свой Junkran, потому что нам нужны плавные переходы, плавные картинки, пролеты, и только при помощи Junkran можно этого добиться. После того, как мы снимем, мы отдадим все это на монтаж нашему другу Мише, который смонтирует офигенное видео, и нам кажется, что все будут довольны и рады. А мы сейчас пойдем уже, а то уже время поджимает. Че, Влад, разбираешься? Сейчас включу микрофон и вход. Где у тебя микрофон и вход? Значит, круто пройдет съемка, если все работает. Мы уже 3 года работаем с проектом Hill 8 и с Карим Рашидом. Помню, в юности я лично считала его звездой международного масштаба, просто недосягаемым человеком, а теперь он с нами. Мне нравится делать экспертов известными, и мне очень нравится помогать им создавать те истории жизни, которые восхищают и их, и окружающих. Сегодня я первый раз использовал свой новый рекордер Zoom F6 с такой вот классной сумкой. Вообще, сумка позволяет спрятать рекордер под одеждой. То есть я вот так хожу, записываю, и даже никто не знает, что я звукорежиссер, что я тут записываю что-то. Вот, поэтому очень удобно в таких ситуациях, когда нужно остаться незамеченным. Рекордеры очень классные, небольшого размера. Вот у меня до этого как бы я работал на больших рекордерах, если там какая-то профессиональная запись, съемка, sound devices. Они обычно все такие громоздкие, сумки очень большие, и всегда это неудобно и громоздко. Вот, а здесь так все очень компактно, круто. И, в общем, я очень рад, что очень доволен покупкой. Рекомендую. В общем, ребят, сегодня у меня была супер экстремальная съемка, мне нужно было находиться аж в нескольких местах одновременно, только при помощи стабилизатора я могу не бояться за дрожащую картинку. Короче, вот этот девайс, он помогает вам всегда иметь плавную, четкую, красивую картинку.